И всем здорова, дорогие друзья, с вами я, канал Люха. И сегодня мы будем играть... Только играть не буду. Сегодня мы будем играть в такую замечательную игруху. Вы, наверное, по обложке, по названию поняли. Так что сейчас наберутся игроки, и мы будем играть. Вот. Смотрите, нам надо в автобус. Собираюсь на экскурсию. Да, кстати, подпишись только, но поставь лайк, пожалуйста. Ведь я старался. И да, еще вам напоминаю, у меня 100% без подписки. 100, понимаете? 100! Так что подпишитесь. Да, извините, что я без... Это... Я только, блин, с школы пришел и вроде сделал, и о чем. Сделано, начинается игра. Так, значит, мы едем. Едем мы в странный мир, называется. Мир. Но... Ага, какой-то чел туда повернул. Там вот туда было. Ладно. Мы разбились на автобусе, да? Так, и он утянул. Так, и мы нас заперли в клетке. Добро пожаловать, мне нужна твоя помощь. Сказал мне известный человек. Чебурек. Или может даже монстр. Мои блоки упали. Все, что вам нужно сделать, это найти их и положить на место удачи. Чего? Ладно. Так, у нас есть... Это что? Так, понятно, здорово. Так, давай туда. Оу! Ой, посмотрите, что был найден. Так, ну он... Лежу. Ага. Кто-то в кафе. Не нашли, не нашли. Я умер. Ё-моё. Вернулся в лобби. Ладно, давайте возвращаемся обратно в лобби. На место. Удачи. Ё-моё. Так, я туда лучше не пойду, потому что там... Там. Там. О, можно спрятаться, если что. Потому что там трындец. А мы все равно туда пойдем, да? Или это туда? Ой, я вижу его. Вот он идет, идет. Я в коробке спрятался. А мне... Что ты в мою коробку полезла? Ага, думаешь, меня возьмут? Так, я в коробке, я в коробке. Интересно, это кто-то играл за мной? Я просто в коробке сижу и все. Меня вообще не видят. Он по стул спрятался. Удачи. Оу. Так из-за этого ты нас еще убить хочешь. Вообще офигенно. Даже если мы найдем или... Гениально. Гениальные люди. Только мы так медленно. Это трындец. Это трындец. Так, потихоньку. Я слышал его. Он здесь где-то.
А, это ты? Она? А! Ладно, мы попали вниз. Я играю за коробку. Так, ну, надеюсь, его здесь... Это мы можем открыть, это мы не можем. Так, надеюсь, вам меня хотя бы здесь нет. Нам показывают. Найдите блоки и отведите их обратно в театр. Так, мы можем посесть. Он, кстати, нас здесь не достанет, по идее. Здесь стоять. Уж и коробку тебе справится, бот. Если он здесь, конечно. Он здесь? Так, давайте пока мы в коробке, что-то посмотрим, можно? Ладно, его... Вот. Подожди, здесь кто-то. А, вот он. Лучше прятаться. Нас здесь нету. Бай-бай. Бай-бай. Чел, ты только что чуть нас... Где это? Из-за тебя нас чуть не поймал. Видите, было... Можно здесь спрятаться? Нет. За синими... Следуйте за синими стрелками. Ладно, погнали. Понял. Брат, это я понял. Тоже сейчас одену и буду... ходить. Так, уже... А вот они доски, я вижу. 10 досок из 24 собраны. А, да, вот. Я могу. А я их взять. Че я взять не могу? Я такой вот. А че я взять не могу? Это другие. Да, такой идея. Ну и так. Нам стрелочка вообще сюда показывает. Так что мы давайте вот... Хорошо, у нас инвентаря есть. У нас есть коробка. Ну то понятно. Тихо. Возможно, это был бы он. Музыка какая-то. А вот они, это же они, да? Или куда нам надо их оставить? Обратно. А нам пока... Ну, короче, нам надо сюда, чтобы блоки туда поставить, если мы их найдем. Но мы их еще, к сожалению, не нашли. А сюда можно, да? Мне кажется, он где-то... Да что вы меня так пугаете, алло? Мне кажется, он где-то здесь рядом. Первый друг Блю. Ты... А, это его... А, вот этот маньяк, который за нами ходится, это был его первый друг 1991 года. Книга эскизов. Впереди вижу его, нет, он сзади меня прошел. Я как понял, он здесь любит ходить, да? Мне кажется, у нас скоро сердечный приступ случится от таких звуков. Он сюда идет. Осталось еще три штучки осталось, ё-моё. Не, он дальше пошел. Ой! Ой!
знаем, что он очень рядом. А, я, вот они. Я вижу эти блоки, которые нам надо. Это же они, да? Точно не сзади, он перекатил. Может. Тихо. Да что вы меня так пугаете, ё-май! Я видел там синего чела. Потихоньку, потихоньку. Ладно, чё мы так будем? Всю вечность бегаем, чё ли? А где эти блоки, подожди? А вот они, не так. Ладно, я лучше буду с кем-то ходить, чем один. А вот он. Он здесь где-то. Я слышал его, он где-то здесь. Слушай, коробки идите. Так, он уже один блок забрал. Да, лучше в такой зоне, где он просто обожает здесь быть, лучше... лучше здесь быть поаккуратнее. Пошла! Быстрее, быстрее, пошла, пошла! Пошли, о, видите, появился. О, спасибо. О, мы все собрали. Спасибо, надеюсь, синий не получил. Надеюсь, синий не получил что-то там. Ой. Так, мы, походу, сейчас зеленым еще будем, да? Ну, в магазине, кстати, у нас плюс 50 монеток, мы можем что-то... Так, у нас осталось трое. Отдохни немного. Он тебе понадобится на завтра. Так, мы остались втроем. Раунд начинается через 15. Короче, мы тогда остались втроем, чтобы вы понимали. Мы тогда втроем остались. Так, это нам надо спрятаться, да? Я лучше на всякий случай спрячусь. А вдруг он зайдет? Или мы появимся возле него, как бы коробка стоит, с неба только что упало. Похоже, Грин проснулся. О, нет. Думаю, он знает, что ты там. Не стоит о нем беспокоиться, он злой или добрый. Как он может поймать тебя, если не видит? А как он меня поймает, если он меня даже не видит? Ну ладно. Погнали, мы втроем остались. Как бы мы попали с пациками в финал. С этими. Чтобы вы понимали, мы попали с пацанами в финал на 15 собрать. Давайте лучше вместе будем действовать. Давай, да пошел, пошел. Че она туда спрятала? У тебя военный? Так, подожди, у меня в магазине. Он где-то здесь, я слышал. Где-то здесь, стой, я его слышал. Хорошо, у нас здесь. Давай. Будем вместе. Я ему написал, будем вместе. Ходить. Будем вместе. Ну, короче, будем вместе мы ходить. Да. Ну вот, он согласен. Так, он не знаю, как она, но мы будем вместе ходить. Так, ладно, я сзади. Я за тобой! Ну здесь! Он здесь где-то. Я его слышал. Вы слышали? Слышите эти звуки? Он здесь где-то! Он по-любому где-то здесь! Я вам отвечаю! Сколько времени сейчас? Нифига. Так, он здесь ранен. Так, мы поняли, что он... Где-то здесь. Ладно, пошли дальше. Ну, мне кажется, мы сейчас идем прямо на него, мне так кажется. Ну, реально. Мы где-то здесь. Вы слышали эти звуки? Вы услышите эти звуки? Он здесь где-то. О, он взял одну. Теперь ее
Надо отвести. Еее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 
Ядро, ты сволочь, он идет сюда. Заходи. Все, мы коробка. Да здесь нету, мы коробка. Он возле меня. Напишу, он возле меня. Надеюсь, он меня не увидит, что я написал здесь. Че ты двигаешься? Вроде нет. Как бы... Ого. Давайте напишем. Ага. Вот именно. Ага, блин. А, я написал ого. Вот именно. Ага. Давай напишем, ты где. Так, ты где? Ты где? Потому что один как-то я хочу здесь ходить, как бы. Как бы ты впереди меня стоял, было бы нормально, если бы я еще посередине стоял, было бы вообще. Ты где? Ну, походу, сейчас говорить не может. О, вот, нифига, он уже 5 штук собрал. Пока я... Вот он. Видите? Он сюда пошел. В театре. А, он в театре. Сейчас к нему пойду. Быстрее, я в театр. Сюда идет. Беги! Еще одну там. Пошли, пошли. Вот она. Видите? Вот она. За ней. Ты ее взял? Да, он ее взял. Пошли. Пошли. Будь в коробке. Надо быть всегда в коробке. Так тем более их двое, блин. Их двое. Пошли. Давай, насыпай. Насыпай, я тебе прикрою. Он здесь. Если бы он меня заметил, здесь бы мигал. Он только что по нему туда пошел. Он его не заметил. Так, давай. А, нам еще 6 штук осталось, по идее. Ладно, я за ним. Ладно. Ты насыпал? Ты засыпал? Значит, у меня никого нет? Где он? Не знаю! Я слышу, что он где-то здесь. Потому что на твоем бы... Вместе я одел коробку. Куда проходить? Он за тобой бежит. Где он? Где он? Он дошел, да? Дядя! Он сейчас тебя поймает! А что тебя я поймал? Подожди, я остался один? Я один остался, да? А нет, там еще девчонка осталась, вот. Он, наверное, сейчас заспанится еще. Почему он так на меня смотрит? Ладно, мне надо найти еще 5 штук. Что-то... Чего они... Эх...
Давай спросим. Ты... Он умер, да. Ты умер? Ну, он... Да, он умер. Нет, а как он меня нашел? Вернулся в лобби. Всем спасибо. Это влево? Нет, не влево. Всем спасибо за просмотр. И там какой-то человек. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока. Пока.